Спасибо, что купили у меня тогда первый тур. Первый тур получился, но она очень старалась. Ты ее не расстраивай, ладно? Хватит питать иллюзии, что она что-то наладится. Я не хочу тебя видеть, пойми уже наконец. Сделать все, чтобы ты и твой ребенок были счастливы. Саша, скажи мне. Бердых подпих. При всем уважении, у нас не очень надежное предприятие. Только закроетесь, приходите. Я с удовольствием возьму вас на работу. Вы хотите уборщицей, хотите кассиром. Почему мне травмату взяли? Пристрелили бы меня нафиг. Оказывается, у нас еще и такое уютное кафе есть. Если повода свалить нет, скажу прямо, я спать. Вот и мужчина меня так не выматывал, как этот. А это Ефим. А, мой Ефим. Когда-нибудь ты будешь моей женой. И вот через неделю у нас с Александрой свадьба. Все хорошо, да? Говорю, что не по-мужски. Уступал с ними. Сама виновата, нечего давать машину, кому попало. Здрасте, а что за праздник? А у него день рождения? Пеньшов отказался вести свадьбу. Знаете, что я не знаю? Мы пока не готовы быть со своими договорами. Короче, еще раз увижу тебя, я вам все расскажу, жена.